Доброе гоночное, дорогие друзья! Сегодня у нас на повестке дня очередной день тренировок. Мы вам покажем, насколько масштабный вообще РДС Европа. Покажем техпарк, интересные тачки. Ну и, конечно же, вы увидите, как наша E36 с Денисом в руле вкатывается в трассу. Так, сейчас мы пойдем на самый верх, на трибуны, и посмотрим масштабы техпарка. Твоего аппарата, понимаешь? Артема. Не готов, да? Да, ты же Валера. Вообще не хочешь общаться. Да что мне общаться? Все и так понятно. Короче, на чили здесь, да? Слов, конечно. А ты это на вайпер не хотел покататься? Он схож с супрой, как будто бы. Че, вайпер строю? Схож. После первого. Нет. Как ты будешь спотереть Дениса, будучи рулем? Дениса, я буду из салона спотерить по рации. Мы вообще договорились в финале, если что, встретиться. А BMW, на самом деле-то, я же ее ездил в Питер забирать, знаете, да? Да, я же ее ездил забирать. Дэн еще, наверное, не рассказывал эту информацию. И мы вообще должны были на самом деле совершить обмен. То есть Жига должна была перейти к Денису, а я должен был поехать на BMW. Но не случилось. Почему? Потому что Дэн решил, что BMW круче, и ну вот такой вот выбор. Погодите. Трубку дай. Алло. Трубку дай. На самом деле прикол в том, что Федя понимает, что Жига роднее, потому что боится экспериментировать. Так на одной платформе и хочет дальше ездить, чтобы всем говорить, ну я же на Жиге, поэтому мне надо что-то помощнее. Но вообще, почему мы не поменялись? Потому что мы хотели Жигу отвезти в Оман. И так как мы в Оман не успевали доделать Жигу, мы просто отложили этот обмен. И я думаю, что после этого этапа вполне возможно. Подожди, я готов на Жиге рвать этап, а ты на Бэхе хочешь? Жига, где Жига? Жига не приехала? Сейчас едет. Садись в Бэху, езжай. Все, у тебя будет время пятаков покрутить. Нет. Вот такие они, джипишники. Конец связи, отбой. Короче говоря, Дамир Идиатуллин вот за последние пару дней покатался на Марке, на 90-й Супре и сейчас поехал на BMW. Вот такие вот дела. Смотри, как BMW ездит. Мрачными делами занимаемся. Все, мы погнали. На гелике едем! Пора! Жека с собой разговаривает, пока заезд идет. Это не те родные, походу. Так, тренировочки в разгаре, погодка чуть-чуть подутихла, теперь не так жарко. Ну и пока посмотрим, что за тачки вообще здесь есть интересные. Ну, во-первых, старая добрая Жига Царь с новым спеком мотора на 800 сил с лишним, Федина, нашего споттера. Наверное, одна из самых стильных тачек чемпионата – Toyota Cresta в 71-м кузове. Фиолетовая, с белым каркасом, белым салоном. Сочетание выглядит вообще суперически. Ну и вот эти вот драконы на бортах. Мяч самурая, короче говоря. Здесь можно наглядно посмотреть сравнение единички и двоечки. Очень, кстати, приятный цвет, голубенький. Ну, если вы привыкли видеть заднеприводные японские тачки, то вот, например, переделанный Mitsubishi Eclipse под дрифт. Фланкер Артура Зеленого тоже присутствует здесь. А еще из интересного, наш босс Денис Мигаль отказался жить в гостинице с командой, приехал сюда на своем новом автодоме и поселился прямо на треке. То есть его путь из дома до трека, до боксов, занимает примерно, ну, секунд 7, наверное. Сейчас я вам его продемонстрирую. Вот он. Это китаец. Такого вот прекрасного зелено-серого какого-то цвета. И в нем есть все. А если вы хотите подробный обзор этого автомобиля, то напишите в комментах, и мы его сделаем обязательно. Привыкни к тачке, привыкни к аппарату. Не топи ты! Ты чё? Я тебе ушатаю.